Точно, здесь замерзнул. Покажи мне все. Бдительная тут стража. Сюнин, разведай местность. Умри!
Смотри, Сюнин.
Лети, Сюнин. Стань моими глазами, Сюнин. Það er alla hjá ám þar, en þau eru eigi stóð. Fimm gamall kristastur, er hann eigi dauður enda? Guðirnir vita að við erum fristuðum mjög. Слушай, ты вроде боевито выглядишь. Братву... Ты Рольф, так? Мы вместе ходили в набег у северного побережья. Польщен, что ты обо мне помнишь. Стюр Бьерн тогда впервые отпустил нас в такую даль.
А Сигурд поспорил с тобой из-за добычи. Ты в таком возрасте еще грабишь? Нужно брать, что успеешь, пока Харальд не подмял Норвегию. Но я теперь только все планирую. Кстати, я сейчас ищу тол... Я бы помог, но у меня давно... Да я не про тебя, но помочь с выбором. Проверку? Хочешь узнать, чего стоит человек? Мои люди ждут у причалов. В основном местные. Есть даже несколько пахарей, они жаждут подвигов. Как они в сравнении со мной и Сигурдом? Смешно сравнивать. Что тебе здесь нужно, дитя? Мне? А, прошу прощения. Ты не дитя, просто... Мы что, где-то встречались? Эй, ты, непотребный кусок киселя. Тебя восхищать должны... Как ты смеешь бронить меня? Это же флютинг. Я ни на что не соглашался. Ладно, будешь состязаться со мной? Буду. Вот мой заклад. Я жду. Людям трепет внушает всем сила моя. А с виду просто свинья, как свинья. Ну что же ты, друг, постарайся. Я прекрасен лицом, и стройна моя стать. Хвалу тебе я не стану слагать. Нет, нет, нет. Бей всерьез. Не смей щадить меня. Я боец. Признавай, в остроумии равных мне нет. Да, такой мне еще не встречался поэт. Грубо, но я в восторге. Жаль, жаль. Я-то думал, с тобой будет весело. Возвращайся, если будет охота. С возвращением после поражения. Хочешь еще разок? Давай, постарайся. Непременно. Славно. Теперь ставь деньги. Вот мой заклад. Я жду. Приступай первым. Людям трепет внушает всем сила моя. Да, вот только ума не найду в тебе я. Я прекрасен лицом, и стройна моя стать. Да тобой лишь детей, да и коты пугать. О, какой ум! Валяй еще! Признавай, в остроумии равных мне нет. Спори, люди часто хохочут тебе вслед. И это все, что ты можешь? Хо-хо-хо-хо! Чудесно! Мало нынче стало достойных противников. Ты заслужил все до монетки. А я заучу кое-что из твоей брани. Всегда к твоим услугам. Прошу, не стесняйся. Все это делают у нас.
Рад облегчить твою ношу. Такое никогда не бывает лишним. Тебе точно больше ничего не нужно? Мне пора в путь. Прощай. Смешно сравнивать. Ты не знаешь, как велика твоя слава, Эйвор? А тебе говорят... Смешно сравнивать. Ты не знаешь, как велика твоя слава, Эйвор? А тебе говорят по всему побережью. И что именно? Смотря кого слушать. Eigi þarf sér til. Eru byrðir og illir. Hey, hon. Dría. Они вечны. Входите! Входи, входи! У Сульки Златоуста есть сокровища из всех девяти миров. Диковины, бесценные артефакты. И все же ты назначил им цену. Все так, о мудрый муж. Но вот частицы Иисусова креста. И кожа змеи, что убила рак. Не впечатляет твой товар. Что это за старый башмак? Им владел первый папа христиан. Или какой-то святой. Да, держится он лишь божьей. На нем держался щит героя Сигурда в битве с...
Мать как-то вышила мне такой же. Его носил Хальфдан Черный, когда погиб в бою. Он защитил. Ты лжешь. Этот шлем был на моем отце Варене в ночь, когда его убили. Эйвор? Ты змей, Сульке. А это вещи из моего старого дома. Сколько Кьотви заплатил за измену? Нисколько. Все не так. Я правда был там в ту ночь, но за Кьотви... Трус. Теперь тебе... Нет! Не подходи! Ты ответишь за все, что сделал. Munni Kolbjörn gera blóðblóm af eyru hennar flagðsins. Er hún að verð að bera þessi alla æg? Ræði samnæg! Stjælæg gott stótt að það stóna ég. På komandi! Заплатит. Убью. Раздавлю. Сулька не уйдет из города. Здесь он чувствует себя в безопасности. Осмотрись вокруг. Бравый мин,
Тут нужно быть осторожнее. Кто-то дернул волка за хвост. Покажи мне. Сюнин, укажи путь. Huh?
Akarni. Bæsingar hennar munu vera eins armar og þrælar hennar. Myndir þú? Не хочу умирать! Придется! Фейти, эйролюси, hefur fólsku að koma hér og dásama vefnað minn? Hvað segir þú? Þykist mér að hann veit. Лети же, Сюнин. Sér undan. Þá eigi bera það hér nær og hvar mun hún fara? Hún heimska kýri. Что ты видишь, Сюнин? Minnir mig á rauðhöfði kallinn sem var of eldur tók allt í allt.
окну, Раун ок риф. Парус поднять! Сигнал! Спускай парус! Покажем ублюдкам! Все, возвращаемся на корабль. А? Парус! Лови ветер! Нельзя! Лагерь, Эйвор! Скорее всего, враг! Пора за дело! Пришел твой конец. О!
убийцу. Будет коротко. Thank you.
Что за ярл? Его захватили разбойники! Скорее! Ярла схватили разбойники? Идем, если твоя храбрость не просто видимость. Тебя достойно на... Убьют? Они требуют выкуп? Здесь нет власти. Эта жалкая затея стоила им жизни. Меня заставили, угрожали убить. И чтобы спасти себя, ты вел к гибели других. Нашу деревню сжег Кьотви жестокий. Нам пришлось бежать в лес. И те, кто выжил, скоро озлобились. Олаф, которого ты убил, говорил, что мы вернем... Вы жестоко ошиблись. Я... Значит, я ошибся, когда... Ты также ошибся. Это была не ошибка. На вид ты умелый боец. Ты молод и глуп. Но если попадешься мне снова... Ты бой... Дом. Нет. Он был здесь когда-то. Теперь тут лишь кости. Расправь крылья, Сюнин. Когда отец показал мне этот путь, я был в восторге. С тех пор я каждый раз выигрывал в прятки.
Серебро, камни, ценности. Как псы Кьотви упустили их? Здесь лучше не шуметь. Эйвор, смотри, там военный лагерь. Здесь парус не поднять. В этих водах придется грести. Здесь мы можем поднять парус. Поднять парус! Убрать парус! Зачем ты это делаешь? Есть тут кто-нибудь? Так тихо просто не бывает. Как будто это место проклято. Орнир и Имир. Куда они делись? Что ты видишь? Имир убили.
Покажи, что там впереди. Thank you.
Знает лишь тот, кто много земель объездил и видел, коль сам он умен, что на уме у каждого мужа. Что видишь, Сюнин? Волки. Должна быть та стая, что преследовала Орнера. Он пошел сражаться. Твои страхи сбылись, но твоя смерть не будет напрасной. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Страшная участь. Разорван волками.
Здесь никого не осталось. Пора уходить. Больше паруса! Убавить парус! Поднимай парус! Спустить парус! Ледяная.
Осмотрись вокруг. Huh.